Хотя, в общем, первое тоже начиналось многообещающе. Дальше пришлось обороняться, но смотрим. Спивак. Передача. Отлично. Киржаков сбрасывает мяч. Ширлу. Удар. Гол! Нет, это Аршавин. Это Андрей Аршавин. Прикладывает палец к устам. Господа французы, помолчите немножко, ибо сейчас время питерского сектора. Около 1000 зенитовских болельщиков взрываются в невероятном эмоциональном порыве. Ну вот помните, пару минут назад достал Бортес подобный удар Аршавина.